сейчас начнется самое веселье. Это надо попасть в машину, хотя бы там щетку забрать. Они опускаются, но через них ничего не видно абсолютно. Блин. У меня, знаете, даже такая идея была. У нас в городе не так много заведений, где делают шаурму. И скопировать, допустим, с Хованского и сделать шаурма патруль. То есть вот в это заведение зайти, потом у нас еще там на двух остановках тоже шаурму делают и продают. Блять, как холодно-то. На то поле притоптать. Я заказал с сыром и со свининой. Потому что, ну, с курицей можно, ну, практически везде попробовать, как бы. Это что-то со свининой, такое мяско. Иногда на шашлык бывает даже похоже. Пушки, здравствуй. Как у тебя дела? Нормально. Сейчас дома? Вот боковые дефлекторы абсолютно, ну, никак не действуют. То есть ты хоть в какой режим их включи, самое главное, вообще сама печка находится, воздухопровод, это посередине. Для боков он сделан, мне кажется, ну так просто, вот. Ну, чтобы был. Сказать свое мнение. Рецепт явно не удался. Объясню почему. Там как бы есть, присутствует свинина и большое обилие картошки, потому что картошка, она идет там как наполнитель. Ну мы, короче, сейчас это, с Вальком тут по городу, это, ураганим. Ладно, давай. Машину оставил на площади, а сам хуй знает куда поехал. Гати, кстати. Ты чё орёшь на неё? Вы где? Нарушение! Ты чё меня пугаешь? Ёпарасоте, ну ты дебил, я кирпичей наложил. Так, что это было сейчас? Сирена перед атомным взрывом. Как будто резали тебя. Ты так же орать будешь, когда тебя резать будут, да? Не, буду говорить, кайфок, давай еще. Нет, сплошной, иди нафиг, подо льдом все. А, ну это да, это в оправдании, но все равно как бы... Только гайцы проходят, и ты сразу так оп-оп-оп. Я думал, ты прямо поедешь за ними. В надежде, что как бы миллион мы этим не заработаем, но как-нибудь выстрелим в локальной публике. Вот, кстати, сейчас прошел парнишка, его зовут Никита. Тоже видеоблогер наш мелюзовский. Он, правда, снимает, ну, такую около развлекательного ебурду. В общем, копирует практически всех и вся. Вот. Но тоже что-то пытается, как бы. Не один я лалку у нас в мелюзе. Гудрист. Не, иди нафиг, не хочу. Гудристить. В усилителе как бы встроен такой микропроцессор, который режет частоту звука. То есть у тебя, допустим, вот эти колонки, они басить не будут, но будут играть там, допустим, как... От, допустим... Средние или высокие, да, частоты? Вот-вот. Я думал тебе как объяснить, думал, ты не знаешь. Вот. Они будут играть средние частоты, и, допустим, если ты еще пищалки подключишь, что у тебя вообще шикарно будет. То есть ты еще больше прибавишь, и еще больше не будет засирать. Вот что я тебе хочу сказать. То есть у тебя же тут процессора нету, и у меня тоже нету. А процессорная голова, ну, магнитофон, он стоит очень дорого.
На усилителе есть такая возможность, то есть если у тебя там, ты чисто там на какой-то, на пару динамиков ее упустишь, ты реально, ты можешь ее так очень хорошо настроить на качество, и все у тебя ЗБ будет. Уже и подзаебался. Проще было, короче, пешком дойти до шаурмичных, чем прогревать, очищать машину. Я все равно, ну, редко куда езжу. Машина, не сказать, что прям критично нужна. Узнал по Алькантаре. Алькантара будет стоить стойки плюс потолок 4000, а затемнение крыши 2,5. Так же. Вот, и получается, я с драйвами обговорил, они говорят, давай в любое время приходи, как деньги появятся, мы тебе сделаем. Короче, я только что добавил шикеру. Сейчас будет, ждем реакцию. Сейчас прям таймер, короче, такой запускается. А что ты еще одну взял? Тебе ебет, мне нравится, и взял. Мне нравится, и взял. Опять снимаем, блин. Ушки с ушками. Да хорош. Дуй меня, теплый воздух, Валя. Давай. О-о-о! Здесь чисто пленка, скорее всего, была металла, вот. Я тоже так думаю. Но! Фольга, но, типа. Но! Вот тут поверх что-то здесь есть. Вот тут. Пластмасс. Не! Походил пальчиком, стучал так. Можешь удалить, если хочешь. Да пусть будет. О, видал, это тебе, короче, подарок на днюху я тебе подарил. О, ничего себе! Его Анур, короче, в ЧС добавил. Ну и сначала не вот так чем. Когда ты будешь алькантарить, это как минимум у тебя сутки машина не будет. Я в курсе. Распоряжении. Я в курсе. Сутки вот. Две где-то. Да, пока они это все разберут. И советую, короче, находиться самому при разборе и сборе. А, типа, чтобы не сломали клипсы и тому подобное, да? И это тоже. Че, будешь закатывать, нет? Посмотрим. Поехали прокатнемся. Заднюю пятерку закатали. Да ты петух, блядь, ты мне журнал отдай. Че, прокатнемся? Ты бы мог сам, по сути, ее разобрать, но если что-то сломаешь, предъявить некому. Ты будешь сам говорить, бля, я рукожоп и так далее. Если сломают они что-то, накосячат, они как бы, ну, за это отвечать будут. Там как-то рублем или еще что-то, потому что ты к ним, ну, за услугой обратился. И вот. Заодно и сам посмотришь, как твоя машина разбирается по уму. И с другой стороны, как бы, да, проследишь. То есть, опять же, чтобы там где-то не схалтурили. Мне придется целый день сидеть, наблюдать. Да. Ебать, автомат, да? Фар, блин, вообще хуйня. А чего он так высоко? Ну, я так делаю. Потому что он не метр я, шапкой. Я, говорит, так делаю. Вот сейчас ебать контент мужчина. Будет, если что-то случится. Ну, иди нафиг. Когда шумовали у них машину, батьку делать было нехер. Вот, я сидел дома, короче, там в ком задротил. Батя там с ними сидел. Вот, делал там Пашка Горин, все это шумовал. Mm-hmm. Вот. Он меня знает, то есть, ну, он знакомый мой, все хорошо, но... Ему так, такое, короче, условие поставили. Вот тебе материалов, экономь. Что там назад держишь, да? Да. Ты вообще что? Вот он, чайник. Иди нахуй, блядь. Здоровья, на автоматах тёлки только ездят. Тебе виднее, конечно. Сам говорит, о, офигенно, офигенно. На автоматах тёлки они ездят. Я ещё такое не говорил, блядь. Фар, блин, вообще хуйня. Фар, блин, вообще хуйня. Фар, блин, вообще хуйня. А так тёлки они ездят. Я ещё такое не говорил, блядь. Сань, ну-ка, блядь, перемотай нахуй. Я говорил, блядь? Фар, блин, вообще хуйня. Говорил. Говорил еще как. Я уже под конец понял, что, блядь, сука, что-то мне не так, сука, зашумовали, блядь. Вот, вот даже губка есть такая? Мне губку, знаешь, куда только наклеили? Эти, есть же технические отверстия? Ну, я да, знаю. Там фольгой и тупо на это место губку. А на металл губку не клеили на ребра жесткости. Ох. Ёбни ручник. Ничего. Валёк сыт. Это мне на выходных придется сидеть с пятницы по воскресенье где-то. Да. То есть, Валёк, иначе никак, я вот тебе говорю. Mm-hmm. Потому что они, может, блядь, где-то сэкономят. А чё твоя где? Моя? Да. Я её не заводил сегодня. Она заведётся? Заведётся, блядь! Заведётся! Ты
что, эти все еще ведешь, блядь, там влоги, блоги? Ну, начал. Я думал, не знаю, блядь, панель опустить. Я ее покрасил, она, бля, власть начала. Ладно, спасибо. Механики же она, кстати, можно ездить. Дыбы встаем со старта. Задние, да? Да. Заднюю скорость въебываем, короче. Оно вот так. Да. Ну ты давай, не намазывай, не включай. Ну, конечно. Только не задави. А сейчас что, понимаешь, какой топ-контент пойдет? В Кумертау, короче, со мной один организатор связался. Какой? Он привозит сюда с концертами этих, блядь, исполнителей разных. То есть там Пика, блядь, Каспийский груз, Рэм Дига. Мне вот непривычно, когда вот едешь, и звук прибавляется, а рука не здесь. То есть как так-то, блядь? То, что мультироль имеешь? Да. То есть я в музыку привозил, такой, блядь, что, кто там? Знак свыше? Он посмотрел на мою страницу, что у меня там около 10к подписчиков, да, и он спрашивает, у тебя местная аудитория? Я говорю, ну не совсем. Он такой, ладно, похуй, типа, давай я тебе бесплатные проходки на концерт, а ты, типа, ну, взамен будешь это, репостить, какие там концерты будут. Я такой, окей, вообще без Б. Вот, и я у него потом спрашиваю, а может там к ним в гримерку пройти, т.д. и т.п. он. Ты говоришь, тебя штрафовали. Я не снимал, я даже не въебывался. А, то есть... Вообще похуй. Тебя сколько раз штрафовали? Два. Нет, месяц или сколько? В смысле? Ну вот сколько промежуток, диапазон вот между штрафами, сколько дней? Первый раз, когда вот меня в суд, ну за неоплаченные еще штрафы вызвали, это был июнь. Я вот с ЕКБ когда приехал, и меня тут на следующий день поймали наши гайцы. И второй раз, вот с тобой когда катались, помнишь, меня мусор, ну, я не мусор сказал, гаишник остановил, вот, он меня узнал. Так, вот сейчас запомните, не мусор, а гаишник, уважаемый человек, понимаете просто какая ситуация? Шестерками он меня в первый раз тормознул. Я не выебывался ничего, он мне выписал протокол, все, я уехал. Он мне счастливой дороги пожелал, такой, ладно, спасибо тебе, до свидания. Второй раз, вот мы с ним уже ехали, мы видео не записывали. Меня тоже тормознули. Тот же гаишник. Я этого не видел, и он, ну, тоже не понял. Он, ну, вроде, блядь, ну, много же машин тормозит, ну, и ладно. Я выхожу из машины, он, ага, опять этот длинный. Типа, говорит, не темно в машине? Помню. Да. Я такой, а у меня окна-то открытые, он такой... Ладно, ехай. И все, даже доки не проверил. Все, я сел в тачку, я улыбаюсь. Так иди нахуй, я загнул. Да, не отвлекай. Больше всех переживает. Да, не отвлекай. Ему, по сути, знаешь, ничего не стоило второй раз так же меня обуть. Вот когда мы с тобой ехали. Ну да, помню. Ну, как мне кажется, это вот чисто из-за человеческого общения. То есть я в тот раз не борзел, там не говорил, блин. Причина остановки. Подожди, у вас сейчас два соляриса, да? Да. Батя теперь хочет и тот солярис продать. А какой пишешь? Ну, если по ходовым характеристикам, вот этот. Если по комплектационным, то тот. Это... Я тебе за банку что отдать? Фен? Конечно. Тут контент. Фен забыл отдать. Это кто, блин, валёк? Ебать, за сколько? 710. Ёб твою мать! Саня, ты кому, блядь, этот сжёг, нахуй? Сап. Не сжёг, продал. Свой? Нет. А короче, помнишь, у меня эксплод был? Ну. Вот, я его до последнего не продавал. Ты его же Генке вроде отдавал. Да, я ему типа говорю, ну, забери у меня его. Он такой, да не, пусть у тебя полежит. Я такой, окей, бля, если лежит у меня, значит, в дело я его пущу. Я его продал. Ну. Оказывается, это сап вообще не Генкин, а его соседа, блядь. И тут его сосед заявляет, типа, Ген, а то что там, я же тебя сап оставлял, типа, давай ты мне его передашь. Ради чисто одного преподавателя я туда приду.
из-за которой вот у меня классуха была в этих в средних классах. Mm-hmm. Голопапа, которая. А, ну. Вот, чисто ради нее, потому что, блядь, она мне как мамка была. Стучала на меня постоянно. Но не суть. Да похуй, я покатался. Пульнул бы ее, но. Да ну это дрова уже считай. Запчасти оригинальных нету. Не, ну серьезно, на них дровник ебать. Истинный ценитель. Не, ну. RX8. Пацана, бля, столько этих RX8 было. У меня вот видос вот этот вот выйдет. Я его вчера записывал за шаурмой, когда ездил. Ну не вчера, а вообще за шаурмой когда гонял. И это. Там прям. Ну такой, такая корка льда была на пассажирском тоже в стекле. Сука, опустилась. Куда нахуй? Чуть не въебался. Охуел, блядь, Шкоду бы отдал своему. О! Лед со льдом, ебать. Ну вот на парковке потрясти. Нет, ты чё, я не буду делать такое. Угораешь, что ли? Да. Ну, блядь, пацаны на четырках ездят, блядь. А они, блядь, иномарки ебаные покупают. Вот один правый руль, один левый руль. Вот чё прикол. Вот два соляриса, блядь. Да, один белый, блядь, другой темный. В чем прикол? Валёк, вот сам себя скомпрометировал. Чую я прямо на всех сходках, прям вот так вместе стоять. О, драйв. Он? Да нет. Батя, да на сходках. Ещё как въебенится нахуй в поло, блядь. Дай угла, блядь. Отдаст RX-8 свой. Блядь, ебать охуенно. Айда мою бричку кинем в дом. Пошли. Школу, блядь. Сам дурак. Тя нахуй. Блядь. Топит хорошо. Нет. Вот не нравится. Мне нравится. Школьные времена прошли, понимаешь, сейчас нет, блядь, ни крутых там, ни... Они, правда, есть, но ты же сам понимаешь, да, у кого какое сейчас положение. Кто, блядь, на заочку ушел, кто женился и так далее. Да, как кто, бы... кто на коммерции. Да-да, ты уже сам понимаешь, уже жизнь показала, кто есть кто. Выпусти меня! Выпусти! Просто всею душой за народ. Патриоты, блядь! Наступают! Народ и ворует, и пьет.